Всем привет! Сегодня у меня начинается небольшое путешествие длиной 1500 километров. Буду путешествовать с прицепом, посмотрю, сколько жрет машина в таком режиме. Прицепик полностью груженный, даже колеса вон как просели, продавило, надо будет подкачать. На улице минус где-то 12-13, ну и вот прицеп полностью загрузил. Вообще битком, все полностью. Ну, вещи тут и различные. Переезжаю я, в общем, в другой город, соответственно, по работе. Вот. И сегодня будет испытание. Проехать предстоит мне 1500 километров из Сибири на Урал. Ну все, поехали. Так, нам получается 1500 ехать километров, 23 часа. На улице у нас минус 10, погода сегодня у нас солнечная, прекрасная, отличная, прям красота. Город не спит, дорога, думаю, будет интересная. Посмотрим, сколько она будет жрать с этим прицепом. Загрузил где-то примерно в прицеп килограмм 500, плюс сам прицеп 270 весит. Так, ребята, давайте Паджеро пропустим. Пропускаем. Езжай, братиш. Молодец. Заезжаем на мост. Посмотрите красоту омской природы. Яркое солнце. Иртыш у нас уже все встал. Льдом покрылся весь. Красота. С левой стороны мы проезжаем Омск-арена, которая строится уже второй раз. Первую построили, но допустили определенные неточности при проектировании. Фундамент стал проваливаться. Сваи 12-метровые просто улетали в пустоту. Сейчас полностью все снесли и заново строят. Скоро Омск-арена построится и опять возобновится здесь, в Омске, хоккей. Хоккейный клуб «Авангард», насколько я знаю. Ну а мы едем дальше. Омск, 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 Омск. Омск, говорю я, не прощай. Омску, говорю я, до свидания. Очень хороший город, очень гостеприимные люди в Омске живут. Встретил я здесь настоящих друзей. Кому сказать хочу спасибо большое, это Виталий, его семье, очень дружелюбная семья. Никогда таких людей не встречал, которые очень дружные, гостеприимные. Володя, ему тоже большой привет. В общем, всем, кто меня знает, с кем мы вместе работали, отдыхали в Омске, всем вам, парни, большой и огромный привет. Так, проехал уже порядка 80 километров, расход показывает 16,9. еду со скоростью, но сейчас поменьше, 80, а так еду 100-105. Пока нормально, в принципе, расход. Просто машины едут по трассе, не дают мне разогнаться. На обгонять мне не хочется постоянно с прицепом. Красота сибирской природы. В основном поля, равнины, березы. Почему-то соснового леса, хвойного леса вообще практически нету. И все просто белым-бело. Красиво. Еще солнышко такое светит классное. Круто. Дорога чистая, снега нету, льда нету. Да, трасса немножко загружена. Посмотрим, что дальше будет, когда ближе к Тюмени будем подъезжать. Первый участок дороги, ремонт дороги. Мы проехали где-то километров 150. Едем в сторону Тюмени. Здесь делают обвод, мост, трубу кинули. С левой стороны болото. Березы не растут, одни пеньки стоят. Макет никому не надо, Шкода с мигалками. Поставить себе на дачу. На улице минус 6, погода отличная.
Дорога сухая. Едем дальше. Посмотрим, что будет дальше. Вот и Ишим. Доехали до Ишима. Это получается сколько? 300 там с копейками. Да здравствует Ишим. Мы уже давным-давно в Тюменской области. Кстати, как только заехали в Тюмень, сразу же лес сменился с березового на сосновый. Дороги точно такие же. Бывает местами сырая дорога, но скорее всего поливает ее вот этими реагентами, соль. А бывает вот как сейчас дорога сухая, но видно, что после соли она белая такая, следы белые. Снега чуть-чуть побольше стало. Загруженность средняя. Да, там фуры немного едут. ДТП нету. Все отлично, все нормально. Много там всяких животноводческих комплексов, свинарников в разных поселениях. Ехать не устал. Все отлично. Расход где-то 17,2 поднялся, потому что ускорился. Супер. Так, дальше у нас остановка будет в Тюмени. Но пока я не останавливался. Как вот мы выехали из Омска утром. Все, едем вперед без остановок. Доедем до Тюмени, остановимся, разомнемся. Посмотрим, что у нас там, как там с прицепом дела обстоят. Поля, везде поля, снежные, красиво. Классно. Но в Урал, когда будем заезжать, ну, по Уралу поедем, там будет еще красивее. Там будет прям идеально. Горы, подъемы, спуски. Ну, я там коптер достану, квадрокоптер запущу, поснимаем немножечко сверху вид. Так, решил остановиться, проверить прицеп, потому что я смотрю в заднее зеркало. С левой стороны вижу, что у меня там болтается веревка. Надо проверить ее, сейчас посмотрим. Да и вообще, в целом, проверить нужно прицеп. На улице плюс 3. А, ну вот, пожалуйста, вот она веревочка. Размоталась, развязалась. Здесь у меня узел такой. Сейчас я перевяжу, спрячу вовнутрь, а то она едет, болтается. Я в заднее зеркало смотрю, что-то болтается. Думаю, что там веревка. Кстати, погода изменилась. От Омска отъехали мы на 400 километров уже. Плюс 3 примерно на улице. Такая погода,
Даже, знаете, дождливое, дождик идет. Прицеп нормально, колеса можно подкачать немножко. Хоть и нагрелись, но сейчас, думаю, на шиномонтажке где-нибудь качнем колеса. Машины, посмотрите, кстати, обратите внимание, 400 километров проехал, машина чистая. Потому что дороги были чистые. Это только сейчас дождь пошел. О, придется опять их ехать, обгонять, блин. Ну, бампер, да, там немного грязно, ничего страшного. В целом все нормально, все чисто, все супер. Дорога, кстати, хорошая. Ветер очень сильный, встречный, прям сдувает иногда. Едешь, смотришь, одну особенность заметил. Сейчас расскажу и покажу, что за особенность. Когда ветер дует, он проходит через решетку, и в этом месте кажется, как будто бы крыло, не крыло, а капот как будто бы поднимает. Ну, такое ощущение есть. Сильный поток воздуха, особенно от встречного транспорта, от фур. Я уже еду, думаю, что у меня там, капот что ли не закрыт или что такое? Ну, ничего, нормально так. Так, дальше сейчас перевяжу и едем дальше. Сейчас только что проехали один участок. Смотрю, стоят ДПС, мигалки. А с правой стороны, вот как здесь, там обочина вот такая же, крутая. Лежит, даже, ну, не лежит, стоит Infiniti QX56 белый. И человек рядом. Ну, труп уже все лежал. Получается так, что Infiniti ехал сюда навстречу. Дорога скользкая, дождь, минус один. Очень скользко, причем я даже сам сейчас это почувствовал на ускорении, когда стал обгонять. И получается, он вылетел, его занесло. К нему навстречу ехала фура. И он боком, его боком потащило. И он боком, левой стороной, влетел в морду фуры. И его выкинуло потом вправо вот туда. Но получается так, что Infiniti боковой удар словил. Infiniti 56-й. У него даже крыша загнулась. И удар, я посмотрел, как раз таки пришелся в этот, со стороны водителя, да, водительскую, больше водительскую сторону двери. Снять не успел, потому что я не ожидал даже этого, что такое может произойти. Дорога скользкая, поэтому еду медленно сейчас. Ну, пока этот дождь идет. Аккуратно. До этого было гораздо лучше, было солнце. Вот именно в Омской области солнышко светило, дорога сухая, чистенькая, а тут, блин, дождь начинается. Это первое ДТП, причем ДТП со смертельным исходом, а впереди меня еще 1100 километров ждет. Так, ну вот еще получается, скользкая дорога, к чему приводит фура, оттормажилась и ушел вниз, не знаю как его, но его в принципе можно будет вытянуть. Дорога на самом деле очень скользкая. Хорошо, что хоть без жертв, просто он ушел. Здесь получается дорога вниз идет на спуск, дождь идет, минус на улице, и получается ледяная корочка. Вот, и не успел тормозиться, чтобы, видать, не догнать никого, ушел просто вправо на обочину и слетел. Ну вот, метров, наверное, 500 отъехали от того места, где первая фура ушла. Вот, пожалуйста, вторая фура. Просто скользко, да, то же самое ушла, потому что здесь спуск, то же самое и спуск. И, кстати, я смотрю прям вообще просто с зеркала. Вот у нас сотрудник ДПС идет, меряет тормозной путь. Вот она, получается, спуск. Ну, катушка, просто зеркало. Прям вообще, я прям даже дистанцию стал дальше держать, чтобы успеть оттормозиться в случае чего. У меня же еще прицеп подталкивает сзади. Но на всякий случай, если тормозить вот на обочину, там можно зацепиться, там гравий. Первая дозаправочка. Проехали 500 километров. Так, это что у нас? 95-й G-Drive. У, ребята, я вам так скажу, что цена 95-го G-Drive 51.10. А в Омске он стоил 49.30. То есть разница все равно есть. Первая заправка. Здесь уже сырость на улице. Сколько градусов? Да, я знаю. 0 градусов. Поверните налево, а затем через 100 метров поверните направо.
Сейчас заправимся, посмотрим, нормально все. Так, музыку включаем, чтобы не нарушать авторских прав. Да, 95-й здесь. Я буду заправляться через приложение по смартфону до полного бака. Посмотрим, сколько, кстати, сейчас бензина влезет. Так, ну что, буду заправляться через приложение. Заправка «Газпром нефть». Здесь сотового нету, есть G95. Обратите внимание на прицеп. Дождь, грязь, снег. Заправлю 95 литров, попробую, посмотрим. Но я думаю, что все знают, как заправляться, да, через приложение. Это очень удобно. Не нужно ходить на кассу, кассиром, контактировать с ними. Машина грязненькая стала. Ну, это и понятно. Так, колонка. Выберите колонку. Колонка у нас номер 3. Выбираем топливо G95. Выбираем литры. Литры мы можем, ну, прописать надо. Так, вот. Сколько нам надо? 95 литров. Попробуем заправить. Думаю, влезет. Окей. Ставим окей. Так, далее у нас пойдет сейчас оплата. 95 литров у нас выходит на 4854 рубля 50 копеек. Колонка номер 3, 95 литров. Делаем оплатить. Плюс бонусная карта. Да, вот у нас карта. Все, пошла. Что, сейчас должен пройти платеж. Проведение банковской операции. Сейчас все пройдет. Все. Ставьте пистолет в бак и можно заправляться. Что мы, в принципе, сейчас сделаем. Берем пистолет G95. Опа! Ставили. Для того, чтобы у нас пистолет не отщелкивал, здесь есть защелка. Если мы полностью поставим, вот так вот, как сейчас, то идет большое давление. Нам надо давление уменьшить. Мы, получается, рычажок опускаем вниз. Не до конца кверху, а вниз. И таким образом давление идет меньше бензина, он равномерно распределяется по баку. Ну и, соответственно, отщелкивать не будет, чтобы воздух успевал выходить. Смотрим, влезет или не влезет у нас все 95 литров. Но я думаю, что влезет. Пока паузу поставлю, подожду, а то иначе долго придется ждать, стоять. О, катушка вообще так скользко, это ужас. Очень скользко. Капец. Ну, посмотрите на машину, корка. На фарах просто ледяная корка образовалась. Вся решетка радиатора тоже в корке, в ледяной. Здесь везде лед. Здесь у меня лед. Сейчас уберем этот лед. Вот он пошел. Давай. Тут тоже все лед. Дворники застыли, все застыло. Смотрим прицеп, в каком состоянии у нас. Прицепное устройство, все нормально. Поправляем, смотрим, все затянуто, все отлично. Ох, руки теперь мыть придется. Весь прицеп грязнущий. Ух ты, нифига себе, чуть не упал. Реально чуть не упал, очень скользко. Так, сзади у нас все нормально, все чистенько. Сбоку лед, грязь. Прям все грязное такое. Так, смотрим, сколько у нас уже заправилось. 43 литра, а нам надо 90-95 литров. Ждем. Так, 86 литров залезло, пистолет отщелкнулся. Чуть-чуть, а я 95. Что, канистру что ли искать придется? Ну-ка попробуем, чтобы вместилось. Как такое возможно, а? Ну-ка, тихонечко. Сейчас прям по горлышко самое заправим. Прямо по горлышко. Хотя бы, чтобы 90 влезло. А 5 литров я в канистру солил. У меня с собой канистра есть. Все, пытаемся залить. 88-89 вмещается, и все. We'll be right back.
уже четвертая фура, которая ушла в обочину. На обочину улетела. Третью я не снял, не успел. Но у всех одинаково почему-то. Все они что-то улетают. В сторону улетают. То ли заносят, то ли там скользко, что кого-то догоняет, уходит на обочину. Вот. Четвертая фура. Так, есть еще один перевернувшийся. У него даже этот... что там? А, красное-белый перевернулся. Фургончик. Мужики перегружают бухло. Красно-белый перевернулся. Пробка перед Тюменью собралась, достаточно такая длинная, две полосы, я по крайней левой еду, с правой стороны фуры, ну и плюс машины идут, а по обочине, с правой стороны на обочине, самые умные едут, потом они встревают в ряд в крайне правый, ну чуть дальше, из-за этого крайне правый ряд стоит. Как называть этих людей, которые ездят по обочинам? Ну, у меня представление одно. Их можно Моисеевыми назвать, как Борис Моисеев. Угу. Вот они такие. Напишите в комментариях, что вы об этом думаете. Разве так можно делать? Это просто не по-человечески. Я понимаю, что кто-то спешит, но здесь все спешат, это трасса. Все кто-то куда-то едет. Кто домой, кто по работе. Вон, КамАЗ даже идет по обочине с правой стороны. 757, 72 регион. Что за люди это? Я прям не знаю. Была бы у меня рация, я бы сказал бы водителю фур, чтобы они держали обочину. Но они сами едут. Страдают от этого. Им нравится, видать. Ну а дорога, грязь, дождь, ничего не видно. Скоро остановлюсь. Ну это практически я перед Тюменью уже еду. Сейчас тормозну, надо будет поужинать, фары протереть, смотреть и дальше ехать до Екатеринбурга. А там, скорее всего, на ночную. До Екатеринбурга доехать, выехать на трассу Е22, найти отель и заночевать. И утром со свежей головой, со свежими силами уже дальше продолжать ехать. А там еще километров 500-600 останется. Ну все, пробку проехали. Получается, заезжаем в Тюмень. Здесь очень красиво, мне нравится ночью. Дома подсвечиваются. Новостройки, что с правой стороны, с левой стороны, вот там в квартал целых новостроек. Очень красиво. Днем, конечно же, этой красоты не видно. А вот именно, когда ты едешь ночью, когда это все подсвечивается, когда включается подсветочка красивая, прям вообще шикарно. Именно ночной город Тюмень, вот в этом месте он очень красив. Но я думаю, что в принципе и в центре. Это мы сейчас едем как раз, объезжаем Тюмень. Ну, сами посмотрите, дома подсвечиваются, вообще красота. Расход получается 17,8 литров. Это достаточно неплохо. Я уже в Екатеринбурге. Заехал в Екатеринбург. ЕКБ. Йобург. Здравствуй. Здравствуй, город. Я в нем когда-то учился. Закончил институт МЧС. В 11 году. На улице Мира, 22. До сих пор помню. Прошло уже 10 лет. А я все еще помню это. Осталось 550 километров. По навигатору. Дорога полностью дождь, сырость, грязь. На улице плюс 2 градуса. Снега практически нету. Я думал, что будет снег. Оказывается, нету снега. Все, закончился снег. Эх, красота. Вечер. Время уже 10 часов 23 минуты. Это получается местного екатеринбургского времени.
проехали Екатеринбург, остановились на ночлег. Осталось нам где-то порядка 500 километров ехать. Остановились очень в хорошем месте. Кафе называется «Мельник». Да? Да, кафе «Мельник». В старорусском стиле, полностью из дерева, внутри печь. Сейчас пойдем заселимся в гостиницу. Завтра утром на завтраке более подробно посмотрим. Я вам все покажу. Там прям вообще атмосферно, прям душевно. Печка работает, тепло, так уютно, прям как в старой русской избе. Ну а сейчас просто отдыхать, спать, ложиться. Продолжение будет уже завтра утром, 2 декабря. Номерочек люкс двухместный, две раздельные кровати, я с отцом. Такой, знаете, достаточно неплохой интерьер, хороший. Все в таком старорусском стиле сделано. Зеркальце, телевизор, столик деревянный, две кроватки нормальные. И, кстати, номер очень теплый. Номер всего лишь стоит 1500 за сутки. Это достаточно очень дешево, я считаю. Вот, и 100 рублей парковка на машину. Завтра вам с утра еще покажу, какой там терем с русской кухней. Там все в старорусском стиле. Очень интересно, красиво. Вот такой номерочек получился. Неплохой. Это типа обои, что ли. Супер. Сейчас отдыхаем. Утром дальше поедем. Доброе утро. 2 декабря. Проснулись. Я вам хотел показать отличное место, заведение, которое мы нашли. Кафе в старорусском стиле. Посмотрите, здесь все выполнено именно так, как русских, как был в русских избах очень давно. Очень атмосферно, красиво. Окунитесь в эту атмосферу. Ну, мы сейчас зашли здесь позавтракать и поедем дальше. Вон машина стоит. Все грязные. На, еще не замерзаечки взять. Очень интересное такое, знаете, колоритное, душевное, теплое место. Здесь даже есть своя русская печка. Рабочая причем. Заходим, попадаем в помещение основного зала. Тут у нас дровяник, там колодец, там раздача идет, печь, которая работает. Столики культурно стоят здесь. Очень красиво. И все из дерева, полностью из дерева сделано. Потолок красивый. Вот эти занавесочки тоже интересные. Сколько бутафорных вещей старых, посмотрите. Аккордеоны есть, там гармошки, баяны. Даже старая пластинка, патефон, да? Интересно. Да, вот даже старый телек есть. В углу он там стоит. Чайники, самовары старые. Наверху их еще больше там. Игрушки, поделки. Старый русский стиль избы. Да, и в центре стоит крутая печь, большая. С одной стороны это печь, а с другой стороны это получается как камин. Иногда его затапливают, когда очень холодно. Старые часики. Цены здесь, я скажу, что хорошие, демократичные, не сильно дорого. Вот я вам могу показать меню. Я с утра себе сейчас взял чаечек, взял порцию блинчиков, 4 блинчика с творогом. И это все вышло 4 рублей на 200, что ли. Недорого. Также и кофе здесь недорогой, кофеаппарат. То есть ценник прям вообще шикарный. Ну, не сравнится с московскими ценами, естественно. Вот такая раздача здесь. Блюда. Кто что хочет, тот себе выбирает, берет. В принципе, выбора много. Мы и поужинали вчера поздно. Все поели. И здесь то же самое. И вот она, печь красавица. Опа. Вот такой получается интересный домик в старорусском стиле. Ну, здесь темно, не видно. Здесь более-менее освещается. Тут, кстати, еще у них есть свой частный пруд за окном. И летом они там купаются. А зимой делают прорубь. Ну, в принципе, тоже можно покупаться. Есть и бани, есть и гостиница, есть и заправка в этом комплексе. Это все в одном месте находится. Где находится,
И как сюда проехать, и как называется, я вам попозже выйду, расскажу. Сейчас пойду позавтракаю. Кафе «Мельник» называется. Находится 78 километров от города Екатеринбурга. Если вы двигаетесь по федеральной трассе Е22 в сторону города Перми. Здесь целый комплекс. Кафе, гостиницы, заправка. А летом они еще здесь купаются. Также здесь есть еще родничок с чистой водой, где можно приехать и водички питьевой набрать. Ну а тут вот спуск идет вниз. И летом они здесь, по-моему, и купаются, и рыбачат. Там два пирса есть, там пирс один, с той стороны один пирс. Беседочка, тот, кто захочет, может снять беседку, там посидеть, отдохнуть. Есть баня. Такой хороший, знаете, комплекс. Но мне понравился. Так что тот, кто поедет, то обязательно заедьте. Посмотрите сами, проверьте, покушайте, отдохните. Ну а я сейчас поеду дальше. Мне осталось 400, ну где-то 480, наверное, километров. Сейчас за один раз сяду и доеду. Продолжаем экскурсию. Пермский край, деревня Крюково. Памятник Ильичу стоит. Медом торгуют люди. Так, это уже ДТП номер, наверное, 7. Это седьмая фура, которая завалилась на бок. Вот, она практически упала. Лежит на боку, да.
Вот, это уже седьмая фура получается на протяжении всем. Из 1500 километров осталось еще 92 километра. Вообще еду не спеша после ночевой, чтобы просто-напросто не уставать. Ну и дорога скользкая, то получается просто асфальт голый, то дождь, то лед. А сейчас вот просто посмотрите, какая красота. Везде деревья снежные. Это мы заехали уже, получается, юг Пермского края. Здесь уже гораздо больше снега. Тюменская область, что там, Екатеринбургская область, вообще снега не было. Там дождь шел, плюс 3 было. Сейчас минус 2 и снег. И снега достаточно много, и это очень хорошо. Ну и в Перми, кстати, когда к Перми подъезжали, там тоже снега нифига не было. А здесь прям вообще, прям, я люблю зиму и прям от этого кайф получаю. Снег, вот такая должна быть зима, снежная. И поля, посмотрите, какие поля классные, а. Заснеженные поля. Сейчас бы на этих полях-то это, да на снегоходах покататься, вот это было бы круто, а. Бескрайние просторы и поля. И дорога, смотрите, какая. Прямая дорога, по бокам деревья, все в снегу. Красота! Осталось 19 километров, я практически приехал. Хочу вам показать одну местную достопримечательность юга Пермского края. Сейчас сами все увидите. Так, прицеп грязный, все грязно, это все мыть надо будет, все на мойку загонять. Но я думал, что сзади номер закидает. Нет, не закидало, к сожалению. Вот что я хотел вам показать. Это памятник со времен СССР. В этом районе 25 марта 1961 года приземлился пятый корабль «Спутник Восток» беспилотной модификации. Особенности полета заключались в том, что возвращение аппарата производилось с животными на землю, катапультирование и приземление на парашюте манекена, имитирующего экипированного космонавта. Белка и Стрелка приземлились, так сказать, в этом месте, и поэтому поставили вот такой вот памятник символический. Вот такое путешествие получилось, путешествие двухдневное. На этом все. На этом будем заканчивать. Мне осталось 19 километров. Я сейчас домой спать. Прицеп сейчас выгружу, оставлю. Заеду в гараж. А потом завтра начну заниматься делами помывочными, так сказать. Мыть машину, чистить. Мыть прицеп. Так что ехать можно, ехать интересно. Всем пока, до новых встреч, до новых интересных видео и серий. А они будут по-любому в будущем, потому что много-много есть интересных идей. Ну все, пока, как сказал Нагиев.